Всем здорово, ребятки. Ну чё, вот и ивент подъехал. Ёкалэмэне. Ля, какая у нас заставка теперь, ё-моё, бля. Вообще, уже грузовик украсили, елку украсили, все красиво, бля. В общем, я посмотрел уже, вот сразу в магазин зашел. Добавили нам ничего нового, пацаны, в этом обновлении нет, кроме босса. Ну, босса я вам покажу в этом ролике. Давайте сначала магазин прочекаем. Валенки, шапка и лицо Дедушки Мороза. Алкаша добавили. Но это было на прошлый Новый год. Теперь золотой новогодний набор с СВ Special. Золото, бандана и шапочкой, и мандаринки, леденцы и шампанское. Что тот набор стоит у нас 350 рубликсов. Дальше у нас за 300 рубликсов серебряный новогодний набор. То же самое, что и в золотом, только серебро SV Special. Да. Потом 85 рубликсов средний новогодний наборчик. Тут у нас шапочка и вкусняшки разные. Ну и последний маленький за 50 рублей. То же самое, просто вкусняшки. И да, ребята, небольшой подгончик от меня лично. Лайк, подписочка и комментарий. Это все, что я прошу от вас. А вам подарю золотой новогодний набор. То есть все, кто выполнил три этих пункта, что я сказал, вы будете автоматически участником. Комментарий можно писать любой. Например, в Essex засунь себе елку в жопу. Вы тоже будете участником. Главное, не забудь подписаться и лайк въебать. Давайте смотреть, что там дальше. Добавили донатные прицелы и ДТшки. Они ничего нам не дают, это просто типа в раскрасках. Вот ПО-1 в разных стилях, вон ящер, вот Fireblade, но они тоже ломаются, то есть как бы они ничем не круче, просто они чуть дольше будут у вас ломаться. И картинка прикольная, а так в принципе все. Вот наш контрабандист стоит в валенках, весь такой распиздатый. Вот, у него мы будем обменивать наши подарочные карты, которые мы будем выбивать из мобов, событий, за выполнение заданий и также за лутание ящичков. Там мы будем находить все то же самое, что и на Хэллоуине, в том же самом и в прошлом году на Новый год и так далее. Ничего нового. И, ребята, раньше у нас спешл был в аирдропе, теперь его можно получить за 2000 карточек. Тоже ничего нового. Ребятам некоторым уже не зашло это обновление, пишут, что нахуй мне это надо, типа я хотел мотоцикл новогодний. Ну типа реально ничего нового, в принципе, все это было, валенки, эти шапки, спешл, все это было. Ну теперь есть возможность каждому получить этот спешл, кто не мог найти его в аирдропе. Но с другой стороны, кто вообще пользуется в этой игре пистолетами? Ну, не знаю, может, Инж или Старала какой-нибудь, да, с пистолетом, с прицелом, да. В принципе, может быть им полезно. Да и то, ну, такое себе. Вон там что-то происходит. Ля-ля-ля, черт, ёбаный в рот, съёбываем. Не понял. Эй, я ничего не вижу. В смысле, блядь? Они не умирают. Бля, люди, помогите. Чё это за хуйня? В общем, вот, ребята, этот новый босс, олень. Сейчас все увидите, все покажу. Но так случилось, что когда это событие закончилось, я сдох. Ну, я тут с твинка играл, поэтому мне тяжелее было. Но что за награда была, у меня инфа есть. Да ладно, блядь. Что это? Чё там? В общем, за события это дают 25 карточек там, ну, где-то в районе 20-30. Патроны S1, которые донатные. Ну, и новогоднее достижение, типа, вот. Ну, может, там есть какой-то шанс на что-то еще, типа, ну, пока что не выпадало. Но я обязательно записывать буду эти новогодние события, несколько штук сразу, все покажу и все расскажу. Еще будет ролик про события. Лол. Ебать. Жесть, я не лечиться нихуя. Что происходит? А вот это мне нравится, вот такая вот херня. Вот это мне нравится. Прикольно.
Не-не-не-не, у меня не на... Жесть, блять. Также дополнительная информация, пацаны, где находится этот контрабандист. Он находится в Солнечном, в тоннелях, лагерь Черного Заката, Большая Деревня и Побережка. И теперь при использовании SSD теперь появляется визуальный эффект. Это позволит игрокам понять, что соперник задействовал SSD. Также при использовании SSD отключен эффект неуязвимости, а персонаж, который задействовал его, больше не может передвигаться. Таким образом, безнаказанно уйти с поля боя во время интенсивной перестрелки при помощи SSD уже не получится. Все, ребят, больше нихера интересного. Следим за новостями, следим за обновлениями. Еще будут видосики. Всем спасибо, кто смотрел. Спасибо за подписки. Участвуйте в розыгрыше. Много уже пизжу. Давайте, до свидания.